Всем привет! С вами на связи вновь Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. В этом видеообзоре я хотела бы рассказать вам про викторину с денежными призами, такой как Топ-опрос 2018, который обещает нам заплатить от 55 до 3500 долларов, если мы пройдем опрос от крупных спонсоров. Вот каких именно крупных спонсоров здесь не указано, кто готов платить такие бешеные деньги, мы не знаем. Здесь есть некая контактная информация, за всем этим якобы стоит ОАО Top Опрос Групп. Эта компания является вымышленной, никакой информации не найти ни мне, ни вам никогда не удастся, поэтому точно так же и отзывам я бы не стала бы доверять. Но тем не менее протестирую этот сайт и приму участие в данном опросе. Введу какие-нибудь данные. Идет подбор вопросов, необходимо немного подождать. Этот процесс не займет много времени. Для меня подобрано 9 вопросов с вознаграждением за ответы в размере 1487 долларов. Начну викторину. Буду быстренько отвечать на вопросы, даже их не читая. Выполняется создание внутреннего счета для выплаты. Внутренний счет успешно создан. Зачисление средств на внутренний счет. Итак, чтобы получить денежный перевод в размере 1487 долларов моментально в полном размере, я должна произвести закрепительный платеж со своей стороны, который обеспечит полное подтверждение моей личности. И данный закрепительный платеж составляет 3 доллара или 184 рубля. Это я узнаю на странице оплаты от сервиса ePay. И перед тем, как снимать этот видеообзор, на самом сервисе ePay я узнала, кому поступят мои денежки. Они поступят автору сайта Catastrophic. Не первый раз он уже встречается нам в наших видеообзорах. Он подготовил для нас целых 7 дополнительных платежей к этому сайту. За создание закрепительного платежа 184 рубля мы уже могли с вами лицезреть. А потом нужно будет платить еще за конвертацию валюты 444 рубля, всякие подоходные взносы, услуги сервисов, подключение биллинговой компании, идентификация и проверка. Если мы перейдем по ссылке сервиса ePay, мы попадем на сайт Топ-опрос 2018, где уже авторизированы, и это подтверждает авторство Catastrophic. Сейчас я оплачу 184 рубля, пока поставлю видео на паузу, чтобы не отнимать зря ваше время, и когда получу свой заказ, вновь возобновлю видео. Я успешно оплатила закрепительный платеж. Формируется ведомость на вывод средств. Ведомость сформирована. Отправлен запрос на вывод средств конечному получателю. И мне отказано в начислении. Почему? Потому что нужно заплатить за конвертацию долларов в валюту моего счета, что составляет 0,5% от суммы перевода или 7,4 доллара. Очень смешной платеж, потому что моя карта вполне может принять и доллары, и евро, любую валюту. Она конвертируется по курсу банка, и никаких проблем в этом нет, зачем платить за это какие-то деньги. Ну, мошенники придумали такой вот платеж, чтобы было как бы нам за что платить. Нажму «Оплатить конвертацию». Опять попадаю на страницу оплаты. И вот 444 рубля, те самые, которые мы с вами видели в дополнительных ценах к сайту. Что ж, думаю, вы уже поняли, что все эти платежи придется платить всем. И если у вас как бы не хватит ума даже не платить первый платеж, то придется платить здесь много денег. И, конечно же, в итоге ничего получить вы не сможете. Данный сайт ничего не выплачивает, он создан мошенником и только в мошеннических целях. Поэтому я вам категорически не советую этот сайт. Не стоит на нем что-либо платить, дабы не потерять зря свои деньги. С вами была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. До новых встреч в следующих видеообзорах.